В эфире телеканал «Видное ТВ. Новости Ленинского района». В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском районе стартовала благотворительная акция по сбору помощи для пострадавших при наводнении в Иркутской области. Наша организация первая откликнулась на этот призыв о помощи. Заместитель главы администрации Сергей Гаврилов на встрече с жителями представил план благоустройства территории возле кинотеатра «Искра» и аллеи «Славы». Рада, что наконец-то нас начали слышать и встречаться. Жители муниципалитета отметили День семьи, любви и верности. На одной из площадок побывала и наша съемочная группа. В эти дни вся страна следит за ситуацией, которая складывается в Иркутской области, где местные жители пострадали от сильнейшего наводнения. Оно привело к затоплению 5 районов, более 3500 домов оказались разрушены. Неравнодушные граждане по всей стране в силу своих возможностей пытаются оказать помощь тем, кто остался без крыши над головой. Жители Ленинского района также начали сбор вещей для пострадавших. Региональная общественная палата вышла с инициативой по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской области. Одними из первых эту акцию поддержали общественники Ленинского района. Мы сделали рабочую группу. У нас прям непосредственно в нашем помещении общественной палаты мы производим сбор гуманитарной помощи по Ленинскому району. Вся информация есть в средствах массовой информации, в соцсетях. Уже в первые часы работы сборочного пункта сюда доставили вещи и игрушки из Всероссийского общества инвалидов. Эти люди, как никто другой, знают, как это важно – помощь тем, кто в ней нуждается. Наша организация первая откликнулась на этот призыв о помощи. И та помощь, которую нам, инвалидам, оказывают наши друзья-спонсоры – детская одежда, подушки, игрушки – мы все это сразу решили дать тем людям, которые сейчас в этом очень нуждаются, больше всех нуждаются в этой помощи. Напомним, что в настоящий момент в Иркутской области продолжаются поисково-спасательные работы, а людям, оставшимся без крова, жизненно необходима любая помощь. Теплые вещи обязательно, а также одеяло, подушки, спортивные какие-то коврики, туристические палатки, обогревательные приборы. В этом очень нуждаются люди. Продукты питания, естественно, длительного хранения, это консервы. Сотрудники общественной палаты отмечают, что вещи, которые будут отправляться в места бедствия, обязательно должны быть новыми. Принести их можно по адресу, который вы видите на экране. Сбор гуманитарной помощи будет осуществляться по адресу ПЛК 23/3, кабинет 128, это приемная общественной палаты. И действительно можно помочь двумя способами. Либо принести вот по данному адресу, либо сделать перевод благотворительный. С 8 июля по 13 июля с 15.00 до 20.00, вот каждый день с 8 по 13 мы осуществляем сбор гуманитарной помощи. Если вы хотите оказать финансовую поддержку жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения, реквизиты счета без труда можно найти в интернете. Все собранные вещи и продукты будут отправлены в зону бедствия 14 июля. Заместитель главы администрации Сергей Гаврилов провел встречу с жителями Видного. На ней был представлен план благоустройства территории возле кинотеатра «Искра» и аллеи «Славы». Наша съемочная группа узнала, как изменится центр города. Подробности в сюжете Арсения Рогозянского. На территории, огороженной забором, нетронутой осталась только аллея «Славы». Вся остальная земля возле кинотеатра «Искра» подвержена комплексному благоустройству. Не оставили ни старый фонтан, ни изношенную детскую площадку. Теперь все здесь будет новое. Год для нас юбилейный, 90 лет району. Соответственно, знаковая основная территория между Советским проездом, улицей Советской, кинотеатр «Искра», аллея «Славы». Вот, соответственно, задача стоит, возможно, короткие сроки, край у нас конец октября. На обновленной территории будут расположены различные зоны, где каждый, вне зависимости от возраста, сможет найти чем заняться. Так, возле пруда появится облагороженная набережная, зона для отдыха и площадка для воркаута. В концепции благоустройства есть место и для любителей выполнять трюки на скейтбордах и самокатах. Внимание на этой части проекта заострил Дмитрий Гашев, который указал на один недочет. Смотрю сейчас на визуализацию, и в принципе на ней не отражены элементы труб.
вот, как обязательный элемент любого как бы скейт-парка, потому что все роллеры, все их фишки и смысл катания – это выполнение этих трюков на трубах, ну, скольжение там всякое и так далее. Вот. Мне сказали, что, скорее всего, это есть, но просто не отразили на визуализации. Активные жители отмечают пользу встречи. С ними не только обсудили план благоустройства, но и прислушались к их мнению по некоторым вопросам. Прокомментировали очень подробно, прислушивались по поводу скейт-парка. То есть, ну, в принципе, рады, что наконец-то нас начали слышать и встречаться. За обсуждением плана благоустройства стоит дальнейшая планомерная работа. Встреча помогла определить некоторые незначительные проблемы, которые, как заверил Сергей Гаврилов, будут учтены и доработаны. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Видное ТВ. Госжилинспекция Московской области провела прием жителей в новом формате. Проект «Школа ЖКХ нашего двора» задуман, чтобы сделать управляющие компании ближе к народу. К мероприятию присоединились около 600 управляющих организаций из всех муниципальных образований Подмосковья. О том, как прошла акция в Булатниковском поселении, расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Жилой комплекс «Восточная Бутово» стал одной из почти 500 точек в Московской области, где состоялась акция «Школа ЖКХ нашего двора». Ее цель – проинформировать население о работе управляющих компаний. Любой житель мог задать вопрос представителям профильных ведомств и организаций, жилищной инспекции, фонда капитального ремонта и Госадмтехнадзора. Глава Ленинского района Валерий Венцель вместе с руководителем Госжилинспекции Московской области Ольгой Фединой пообщались с жильцами многоквартирных домов. Некоторые вопросы сразу нашли решение. По транспорту. По Александру Евгеньевичу, по освещению и вопросам, связанных с управляющей компанией, это вы вместе с Сергеем Анатольевичем приедете, соберите, договоритесь, вот, телефончик оставьте свой. Проблемы, с которыми чаще всего люди обращаются в управляющую компанию – вода и электроснабжение. Работа лифтов, ремонт в подъездах и благоустройство во дворах. Вроде как все нормально. Убирают, правда, иногда плохо на улицах, особенно на детских площадках. Но я звоню, рука, ругаюсь, вроде убирает, устраняет неполадки. Так как мероприятие проходило в выходной день, для местных жителей была подготовлена развлекательная программа. Мероприятие позитивное. Большинство жителей, наверное, может увидеть главу района, администрацию, те органы, которые обеспечивают жизнедеятельность района, и задать все насущные, интересующие вопросы. Наверное, формат должен прижиться и идти в массы. Проект «Школа ЖКХ нашего двора» пришел на смену предыдущей акции госжилинспекции «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья». Теперь она стала более масштабной, но также будет проводиться раз в квартал. Здесь мы более открыты для населения, да, то есть возможность, проходя мимо из магазина к дому, задать вопросы управляющей компании. Тех людей, кто специально к этому не готовился, но у кого они явно накопились. И таким образом мы максимально постараемся ответить на все возможные вопросы. Также вместе с главой района Ольга Федина посетила строящуюся неподалеку новую школу микрорайона на 1375 мест. Ее общая площадь почти 19 тысяч квадратных метров, а главная особенность – сразу 4 спортивных зала. Учебное заведение, которое станет самым большим в муниципалитете, откроется 1 сентября к новому учебному году. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Семья – это опора и защита, любовь и забота. Конечно, все дети хотят жить так, чтобы рядом всегда были мама и папа, но, к сожалению, иногда обстоятельства вносят свои коррективы, и по воле судеб ребенок оказывается в интернате. Наш корреспондент Анастасия Воронина побывала в гостях у филимонковского детского дома-интерната «Солнышко» и познакомилась с его воспитанниками, которые живут одной большой и дружной семьей. Филимонковский интернат «Солнышко» имеет богатую историю. В далеком 1934 году здание Успенской церкви на территории бывшего княже Владимирского монастыря переоборудовали под детский дом. Поэтому можно поистине считать, что дети по сей день живут в святом месте, в котором ощущается тепло семейного уюта. 65 детей здесь проживает, порядка 120, значит, воспитателей, обслуживающий персонал, административно-управленческий персонал. Значит, занимаются с детьми их
воспитанием, устройством, лечением, то есть всеми проблемами, которые возникают. В детском доме ребята стали одной семьей, в которой есть мама и папа, братья и сестры, готовые всегда прийти на помощь. Собираясь за большим столом, они делятся своими секретами и вместе решают любые проблемы. Семья – это когда рядом есть друзья, которые тебя поддерживают, как я сказал, мама, папа. Вот. И мы стараемся как бы ссоры, и если там кто-то там подерется, обходить это, конечно, стороной. В этой дружной семье очень любят гостей и всегда радушно встречают их собственноручно приготовленными пирогами и чаем. Помочь им разлить там чай, поухаживать, там, это очень как-то полезно. И очень в жизни это пригодится, когда ты выпустишься отсюда. Тебе это очень важно будет. Там, например, кто-то в гости к тебе пошел, ты должен это быстро сорганизовать и все сделать. Весь интерьер в доме сделан с любовью, и во многом это заслуга не только сотрудников интерната, но и самих ребят. Ведь каждый воспитанник получает здесь всестороннее развитие. Спорт, танцы, рисование, гончарное дело. Любовь к этим видам творчества – заслуга педагогов. Работаем с глинами, делаем интересные поделки. Вот, например, вот сейчас девочки делают ключницы. Я люблю, чтобы работы были пригодные для использования. Посуда, вот можете обратить внимание, тарелочки, вот какие-то мыльнички, интересные изделия, чтобы мы дарили своим друзьям не только интересные, да, какие-то задумки, но и так, чтобы вот они пользовались. А еще эти ребята замечательные артисты. И это подтверждают многочисленные театральные постановки, с которыми они гастролируют, радуя зрителей своей актерской игрой. Но самое, пожалуй, удивительное увлечение этой большой семьи – путешествия. Воспитанники детского дома очень любят открывать для себя новые интересные места. Они уже успели побывать во Франции, Италии, Германии, Китае, Африке и во многих других уголках нашей планеты. Благодаря сувенирам, привезенным из разных стран, и творческим способностям ребят, кажется, что находишься в музее, где каждая стена и даже стол отображают все события, происходившие в жизни воспитанников детского дома. А летом 2017 года группа воспитанников интерната совершила восхождение на высочайшую гору России и Европы Эльбрус. Дети с удовольствием поделились своими впечатлениями о путешествии. Это мы поднимались уже на вершину, это у нас кошки, мы уже собирались на вершину. Когда я шла, мне было очень тяжело. Конечно, главные люди в жизни ребят – это сотрудники детского дома, которые каждый день стремятся сделать их жизнь лучше и счастливее. Анна Фомина призналась, что за 14 лет, проведенных в этом интернате, она так привыкла к детям, что они для нее стали родными. Дети растут, взрослеют, становятся самостоятельными. Многие уже живут сами, многие ушли под опеку в семью. И мы со всеми своими птенцами поддерживаем отношения. Надеемся, что те, кто сейчас живут здесь, они скоро тоже вылетят из этого гнезда, как из семьи, и будут жить сами. И мы будем с ними по-прежнему дружить. А на прощание детский дом «Солнышко» подарил телеканалу «Видное ТВ» изделие ручной работы – красивую бабочку, которая теперь останется на долгую память об этих талантливых ребятах. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Центральном парке отметили День семьи, любви и верности. Гостей мероприятия ждал концерт, а маленькие посетители смогли поучаствовать в многочисленных мастер-классах и играх. Побывала на семейном празднике и наша съемочная группа. Многочисленные интерактивные зоны, мастер-классы и игровая программа ждали в этот день посетителей Центрального парка в Видном. Перед концертом и официальной частью праздника, приуроченного к Всероссийскому дню семьи, любви и верности, каждый мог найти занятие по душе. Я сделала самолетик, там открытку. Мне здесь понравилось больше всего делать праймеры, самолетики. Ребята играли в гигантские дженгу и шашки, рисовали витражными красками и песком, делали закладки, открытки и самолетики, а также гоняли в футбол большим фитболом. Полтора минуты игры осталось, давайте догоняем, счет 1-0. У Елены Василискиной пятеро детей. Сегодня все они пришли на праздник в Центральный парк. И пока старшие играли в подвижные игры, Елена помогала младшим делать картину из песка.
Мне очень нравится, вот прям как бы, ну, да, у нас вообще на Винном хорошо проводят праздники. Мы всегда посещаем 9 мая и День города, и вот День любви и верности, это вообще прям, можно сказать, наш семейный праздник. Гостей праздника порадовали выступления солистов детской школы искусств, хореографической студии «Мозаика» и театрального коллектива «Твит». Много теплых слов было сказано в адрес семей, которых по праву можно назвать гордостью района, юбиляров семейной жизни и многодетных. Я благодарен всем, кто сохраняет семейные традиции в городе Видное, в Ленинском районе. Я желаю вам крепкого здоровья, желаю долгих лет, желаю вам не только внуков, но и правнуков. Серебряным, золотым и изумрудным юбилярам семейной жизни и тем семьям, где в этом году родился 5-й и 6-й ребенок, вручили поздравительные адреса и памятные подарки. В их числе Лилия и Алексей Синьковы. В браке они уже 9 лет. За это время у них родилось 4 детей. Всего же у супругов Синьковых их 6, 4 общих и 2 от предыдущих браков. Интересно, что и Лилия, и Алексей сами из многодетных семей, поэтому, говорят, уже изначально планировали минимум 3. На вопрос о секрете семейного счастья ответили просто. Главное не ругаться в семье. Так, в принципе, когда лад в семье, ну, и в семье как бы все нормально. Муж всегда ведет первый на уступки, вообще не умеет обижаться. И чувство юмора всегда выручает, очень спасает. Чем больше детей, тем крепче семья и тем интереснее жить, уверены Синьковы. И глядя на их счастливые лица и трогательную заботу супругов друг о друге и о своих детях, с этим сложно не согласиться. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.